Еще один спортивный подарок в день российского триколора получили жители домов на Октябрьском проспекте. Проект «Спорт в каждый двор» собрал люберчан на большой праздник, где каждый мог найти занятие по душе. Давно не играл такие игры, вспомнил детство и юность. Окунуться в детство и насладиться всеми прелестями досуга на свежем воздухе. Для этого жителям двора на Октябрьском проспекте нужно было лишь выйти из дома. Проект «Спорт в каждый двор» показывает подрастающему поколению, что игры на улице куда интереснее, чем компьютерные игры. В нашем детстве нас никто не заставлял выходить во двор, у нас были совершенно другие условия. В данное время детей достаточно тяжело привлечь к активному образу жизни, поэтому администрация и спорткомитет, конечно, вот развивают данную программу, пропагандируют здоровый образ жизни. Стрельба из лука, баскетбол, адаптированный хоккей, испытания на ловкость и даже бой подушками. Для жителей организовали более 10 видов активностей, чтобы каждый мог найти занятия по своим интересам. Виктор Халипский не смог пропустить события в своем дворе. После того, как спорт помог ему сбросить лишний вес, он стал образом жизни. В школе почти все мои одноклассники тоже стали заниматься спортом. Смотря на меня, они поняли, что спорт – это сила. Я поступаю сейчас в физкультурный университет. Настолько мне спорт изменил жизнь. Спорт дает мне заряд энергии на весь день. И из-за этого я хочу все время действовать. Чтобы заниматься физкультурой, не обязательно идти в фитнес-клуб или спортивную секцию. Проект доказывает, что для этого хватит и турников возле дома, а так и единомышленников можно найти и подружиться с соседями. Несмотря на то, что мы живем в довольно многоквартирных домах, да, я смотрю, люди перестают между собой общаться. А спорт – это очень объединяющая сила. Очень редко, когда вот получается, что люди вместе собираются, общаются. Это для радости, для веселья, для хорошего настроения, для сплочения. Спорт приходит в люберецкие дворы уже несколько лет. За это время проект успел полюбиться горожанам. До начала холодов праздники пройдут и по другим адресам округа. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.